Привет, друзья! Как известно, президентская карьера Виктора Януковича на его родной Украине завершилась в 2014 году. Аккурат со вторым Майданом, после которого наш герой вынужден был экстренно бежать из роскошной резиденции Межигорье прямиком в Россию. Но где же теперь живет и чем занимается в нашей стране Виктор Федорович? Сперва, как признавался сам экс-главы Украины, он закрыто проживал у некоего хорошего друга в Ростове-на-Дону. Но затем, пообвыкшись на новом месте, перебрался в Подмосковье, где обосновался в элитном поселке Баковка. Здесь бывший украинский лидер обзавелся нехилым таким особнячком в 2000 квадратных метров, некогда принадлежавшим самому маршалу Буденному, с собственным бассейном, сауной и даже теннисным кортом. Янукович, как известно, большой фанат тенниса, даже несмотря на сделанную в Германии операцию на колене. Одним из соседей Виктора Федоровича по Баковке был до самого своего скоропостижного ухода сам великий Иосиф Кобзон. Поместье это украинские журналисты канала ТСН даже как-то сняли с дрона. Кроме того, обзавелся Янукович дорогой недвижимостью и в Сочи. Надо же где-то на море отдыхать. По степени роскошности сочинское жилище Виктора Януковича уже окрестили новым Межигорьем. Намек на его легендарную киевскую резиденцию с золотыми унитазами. Отметим, что проживает Виктор Федорович в своих дворцах вовсе не один оденешенек, а с молодой гражданской супругой Людмилой Полежай. Отношения с блондинистой красавицей герой нашего материала завел еще на Украине, та приходится родной сестрой его личному повару. В России Виктор Янукович, кстати, стал молодым папой, в третий раз уже. Новая пассия подарила экс-президенту сына Григория, которому недавно исполнилось 6 лет. Украинские и российские журналисты часто задаются законным вопросом, откуда у несчастного изгнанника деньги на столь шикарную жизнь. Тот неизменно отвечает, мол, все сын бизнесмен Александр дает, помогает немного. Но все же больше верится в добытые прессой данные о наличии на счетах Януковича кругленькой суммы в 12 миллиардов долларов. Еще со времен президентства завалялись, а вот законная жена Виктора Януковича, тоже Людмила, но брюнетка, обосновалась отдельно. У дамы в Крыму имеется собственное некислое трехэтажное поместье в крымском курортном местечке Отрадное близ Ялты. Здесь и собственный пляж, и спа-центр, и те же бассейн с теннисным кортом. Вилла такая оценивается СМИ примерно в 25 миллионов долларов. Еще б может себе позволить владелица торговой сети Меркурий. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.